Что же такое поздравительная фотооткрытка? Уже более века в международном сообществе фотографов существует традиция создавать их к Новому году. Есть у этого жанра и свое название – ПФ, полученное от первых букв итальянского «на счастье» или французского «чтобы поздравить». В России новогодние фотооткрытки сегодня называют ПФ-ками, и они являются полем для свободного творческого самовыражения автора. Единственное, чего должен придерживаться мастер – это подарочного формата работы. Обязательными атрибутами являются имя автора, а также символы ПФ, расположенные на поле изображения. Кроме того, художник может по желанию разместить на открытке новогоднее поздравление или любой уместный текст. У нас в этом прекрасном вестибюле, правда холодно, но выставка, которая здесь заработала, дарит тепло. И мы приглашаем наших гостей и, конечно, жителей Рязани полюбоваться и получить массу положительных впечатлений, потому что выставка – это новогодние открытки, фотооткрытки. Фотографы всего мира создают новогодние открытки, фотооткрытки, и этой традиции уже более 100 лет. Рязанский союз фотохудожников принимает в этом активное участие уже не в первый раз. Выставка ПФ, так называют фотографы эти открытки, представлена в стенах Рязанского художественного музея, чему мы, конечно, очень рады. Формат фотооткрыток соответствующий – 10 на 15. Здесь на выставке вещи увеличены специально для зрителей. Волшебная атмосфера праздника и красоты продлится до февраля. Спешите увидеть.